35 учеников теперь могут полноценно заниматься спортом в новом спортзале, обедать в комфортной столовой, а познавать информатику с помощью современных компьютеров. Масштабный ремонт и закупку оборудования в школе номер 49 в селе Береговое провели в этом году по заданию главы Владивостока. Закуплена мебель, закуплены учебники, закуплены компьютеры новые. И хочется отметить, что более 11 миллионов рублей вложено в эту школу вот в настоящее время. К началу учебного года в школе в селе Береговое установили пластиковые окна, новую систему пожарной безопасности, закупили мебель и компьютеры. Огромная работа была проведена по организации питания, сделали буфет и столовую, заново оборудовали санузлы. В связи с тем, что в школе негде было заниматься спортом, решено оборудовать в одном из кабинетов небольшой спортивный зал. Такого ремонта здесь не было много лет. Ну, мне кажется, столовая — это намного лучше, чем бегать домой. И спортзал в плохую погоду, чтобы не просто сидеть в классе. Школа, ну, за лето очень сильно изменилась. И стала как бы более красивой, и, может быть, даже уютно и удобно. Новые парты, стулья, также, ну, компьютеры по информатике, то есть... Ну, новая аппаратура, это как бы очень удобно. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – процесс непрерывный. В этом году традиционно в школах и детских садах Владивостока прошли ремонты. Было закуплено необходимое оборудование, мебель и инвентарь. А в некоторых учреждениях ремонт еще продолжается. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.